Зимой погода испытывает нас низкими температурами, ветром и снегом. Но даже в самое холодное время года нельзя забывать о здоровом образе жизни. Один из самых популярных зимних видов спорта – лыжи. Они дают нагрузку на все группы мышц, помогают укрепить иммунитет и держать организм в тонусе. Для нашей страны лыжный спорт особенно актуален. Россия такая страна, где есть снег, поэтому хорошо, что у нас есть лыжные соревнования. Вот, они позволяют людям, наверное, не только показать свое спортивное мастерство, но еще и просто это здоровье, это хорошее настроение. То есть, не знаю, там подышать воздухом, пообщаться с единомышленниками, вот, показать свои силы и провести досуг. Более 100 человек приняли участие в традиционном первенстве Ленинского округа по лыжным гонкам, которое состоялось в парке Опаренки в рамках 19-й спартакиады муниципалитета. В спартакиаде участвует у нас сегодня 6 поселений. Это довольно много. Если их всего 7, то сегодня довольно массово представлены. Участвует одна женщина и трое мужчин. И борются за медали и кубок. А в первенстве участвуют детки. Самый младший возраст 2018 год. Ну, старший, по-моему, насколько я помню, где-то 45-й. На старт вышли как регулярно тренирующиеся спортсмены, так и те, кто только начал осваивать этот зимний вид спорта. Раньше занимался, я сам научился. Раньше учился в детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва в городе Челябинске. Раньше занимался, катался в юношестве. Сейчас просто продолжаю заниматься для хорошего настроения. По результатам гонки первое место заняла команда из Видного. Вторыми пришли лыжники, которые представляли совхоз имени Ленина. И на третьем месте спортсмены из Развилки. Следующие соревнования запланированы на март этого года. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.